вечер, дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы новостей ТВ «Инфо», наш рассказ о третьей всероссийской выставке ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров «Русарт-стиль». Она проходит в московском Гостином дворе. Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников наследия и традиции. Цель выставки – показать Россию, как страну уникальных возможностей, которая непрерывно развивается и бережно хранит традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства. Русарт-стиль – мероприятие, популяризирующее как традиционные и аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. На выставке будут представлены более 450 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России по таким направлениям, как авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, эмалерное искусство, художественная обработка стекла, металла, камня, резьба по дереву и кости, кружевоплетение и вышивка, ювелирные изделия, предметы интерьера и декора, авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. На коллективных стендах регионов будут представлены предприятия и мастера из республик Карелия и Бурятия, а также Калужской, Саратовской, Пермской областей. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.
Аплодисменты очаровательной вокалистки Кристи и коллекции Алины Лунечкиной, Серафима. Ну что же, а тогда мы будем продолжать далее. Мы приближаемся уже к фактически апогею сегодняшнего вечера. И сегодня...